С наступлением нового учебного года количество маленьких пешеходов на улице увеличилось в разы. За школьными заботами ребята далеко не всегда уделяют должное внимание безопасному переходу через проезжую часть. Поэтому осеннее время – это еще и пора повышенной опасности для всех участников движения. Период времени со 2 сентября по 6 сентября текущего года на территории Смоленской области и городе Десногорск проводятся мероприятия «Внимание, дети», целями и задачами которыми является снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Снизить аварийность несложно. Водителям нужно передвигаться с включенным ближним светом фар, соблюдая скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов. А юным горожанам почаще смотреть по сторонам и помнить, что спешка и невнимательность могут привести к печальным последствиям. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.